Это, в общем, называется сублимация. Но это когда вместо секса занимаешься чем-то другим. А, ну я это имею в виду спорт, конечно. Вы там не подумайте что-нибудь. Меня, в общем, это Эдик научил. Он так-то часто сублимирует. О, Колян, а что это ты на ночь глядя решил по спорту-то ударить? Сексом надо заниматься. Что зря энергию-то тратить? Слышь, ты отвали, а? Это я сейчас не по спорту ударю, а по тебе, блин.